ситуации видеть и приветствовать. Говорят, дождь на удачу. И этот год будет удачным. И этот новый этап в жизни наших детей обязательно будет удачным, и он принесет счастье. 100%, я вам гарантирую. Искренне поздравляю с этим днем знаний. С началом большого путешествия, когда можно все узнать, обо всех узнать. Я хочу пожелать нашим детям самое главное. Это мирного неба. Это веры в себя. Если дружбы, то настоящей. Если любви, то самой крепкой. Всем родителям терпения, мудрости, нашим дорогим и замечательным учителям и хороших учеников, и внимания своих школьников. Всех с праздником и слава Украине!